Он шел домой до края полон грусти и думал, можно ли домом называть то место, где недавно стало пусто, который стал ночлежку считать. В работе днем хоть как-то забывался, там круг проблем от мыслей отвлекал. Но тет-а-тет под вечер оставался с бедой, которую совсем не ждал. А дома каждый вечер ждет собака, которой не дано понять умом, а что случилось вдруг с ее хозяйкой? Уехала? Вернется ли потом? Как ей сказать, что та, кого любили, покинула уютный, теплый дом, не стала той, кого боготворили, и жить теперь придется им вдвоем. Ну а хозяйки из небесной дали на них взирать, как короток был век. Зажглись огни, а у окна в печали сидел бедой придавлен человек.